Посетить выставки, концерты, мастер-классы смогут жители Иркутской области, не выходя из дома, уже сегодня. В Прибайкале проходит «Ночь искусств» в онлайн-формате. Как проходила подготовка и какие неожиданные открытия ждут жителей региона, Ольга Харнутова выясняла для вас. Эти трубы в органе рождают звук. Конкретно в данном инструменте их 1836. Такие же элементы есть и на фасаде органа. Но они служат лишь украшением. Секретами о духовом инструменте, этими и множеством других, сотрудники Иркутской областной филармонии поделятся у себя в соцсетях и на YouTube-канале. 3 ноября в рамках ежегодной всероссийской акции «Ночь искусств». Несколько лет подряд у нас были открытые репетиции, открытые концерты, публичные концерты для всех желающих. В этом году, конечно же, все немножечко в другом формате, и наша «Ночь искусств» будет проходить в формате онлайн. И впервые мы покажем закулисье работы нашей филармонии, наших артистов и наших инструментов. Впервые в онлайн-формате проводит «Ночь искусств» и в галерее Бранштейна. В инстаграм-аккаунте состоится экскурсия по постоянной экспозиции музея. Зрителям покажут работы скульптора и художника Дашина Мдакова и поделятся ранее неизвестными широкой публике фактами. Буду рассказывать не только интересные факты об экспонатах, но и о том, как экспозиция жила все эти 5 лет, как она развивалась. И открою маленький секрет о том, что экскурсия будет в этом формате закрыта. И уже к Новому году откроется совсем в другом зале, в другом виде. Поэтому увидеть такое, какое она есть сейчас, можно сказать, последняя возможность. Не остались в стороне от всемирной акции и театры. Иркутский драматический, например, на своей странице в Инстаграме будет транслировать мастер-класс по сценическому движению. Иван Гущин готовился к этому уроку полгода. И комментарий за несколько часов до старта акции артист дал нам, уже вжившись в образ клоуна. Мы будем жонглировать 8 мячами, делать тройное сальто мортали назад и прокачивать другие навыки. Главный секрет сценического движения в том, что его надо начинать с разминкой, иначе ничего не получится. Вот этот вот мастер-класс, ну он будет очень полезен вам. Вы себя не узнаете, ваша гибкость и пластичность разовьются до небес. Кроме мастер-классов, изучения выставок, просмотра концертов, жители региона ждет знакомство с иркутской поэзией. Мастера слова будут читать свои стихи на YouTube-канале областного кинофонда. Все онлайн-трансляции можно увидеть вечером. Многие из них будут доступны для просмотра еще сутки. Так что у жителей Прибайкалья есть возможность провести День народного единства культурно, не выходя из дома. Ольга Харнутова, Виктор Черкаши. Новости по будням.